шоу, которое идет, пока играет оркестр «Титаник». Христо Бойчев, оркестр «Титаник». Доха, Чураков Сергей. Меда, Богомолов Остап. Лука, Олейник Вадим. Люба, Осипова Анастасия. Хари, Беляев и я. Поезд, Шарипов Умер. Садишься рядом с сортиром, чемодан кладешь на чужую полку и начинаешь жалобно плакать. Да. Не отпускай нюни по своей медведице, забери их и положи. Так, ты, Люба, ты муж Любки, подходишь к ней и говоришь, не покидай меня, Люба. Не покидай меня, Люба. Ты начинаешь еще более жалобно плакать. Ну, не вызывай страдания у пассажиров. Да, хорошо. Только ты начинаешь петь песню, как ты поешь? Я Дока, как ты? Явился на свет сраный в груди. Сраный в груди, отлично, так, в это время пассажир обращает внимание на тебя. А ты, Люба, берешь не свой чемодан, а чужой, понятно? Ага. Так, все, вопрос есть. Тихо. Поезд идет. Да не остановили! Подравнялись, да не остановились! Заткнись! Сургельпичи, да не остановится ваш поезд! Вы бурились! Ну я же говорил, что он не остановится! Бутырка! Дегира! Не дам! Ой, да все общее! Попал в меня, не дам! Ну ладно, пей ее сразу. Алкашка. Ну я же мелкоголичка. Доку, на, выпей. Хватит плакать по своей дохлой медведице, на. Как говорится, мертвый, живой живет, пей. Все, помяй. Все, договорись со станцией. Садимся на поезд и валим отсюда. А кто нас пустит-то на другую станцию? Меня везде пустят, я музыкант. Ага, только он тоже у нас музыкант. Он ходил с дрессированным медведем по койне. Не знаю только одну песню, я знаю ноты. Чё? Ноты? Меня называли маэстро. Маэстро Метонян. Я дирижировал Бетховена, Баха, Фейербаха. Я закончил консерваторию. Только мне ты говорил, что закончил в психушке. Да, я закончил две академии. А еще я сидел в тюрьме. Это самый главный университет. Теперь кто я? Кто я? Начальник забытой станции. Я был начальником я. Заткнись! Все, как репетируем! Давай! Облутнулись! Пусть думают, что мы пассажиры! Остановился! Реально остановился! Международный! Ой, береги, что-то падает! Опять какой-то мусор выбросили! Стоп, погоди, а может... Может, там где? Может, там деньги. Кто будет из поезда деньги выбрасывать? Может, кто-то грабил банк, а за следующую станцию полиция. Давайте.
Чего? Я спрашиваю, это с такой... Да пошел ты! Слышишь? Вечно сюда какой-то мусор сбрасывают. Хотя ботиночки у него ничего. Пиво есть? Пиво нет. Пиво есть, друг! Пиво есть! Боже мой! Мэтту, ты чё? Мэтту! Мэтту! Мэтту, открой! Мэтту! Мэтту, мы не даем чужим пиво! Мэтту! Денег нет. Ты чё, убил его? Да. Ты не скажешь, что тебе хвалить. Ой, да ладно тебя! Закинь его в товарный поезд, там документов-то нет. Пиво, прошу вас! Пиво есть, но оно теплое. Давай сюда, уже холодное. Давай быстрее! Чего? Быстрее! Ты что, пей мне? Вы кто такие? Моя медведица умерла. Ты? Топка-топ. Чего? Не я, это вот он. Не он, ты. Избранный. На что? Увидеть все до конца. А моя медведица? А, точно, твоя медведица. Она не умерла, она там. Иди и посмотри. Давай быстрее. Эй, человек, она сдохла. Мы видели. Доко! Доко! Там медведица билеты продает. Куда ты, говорит, Доко? А я говорю, никуда. Она говорит, нет, куда, и вот билеты. Там нет никого. Там вот, смотри. Это билеты на сегодня. Тут и штемпель сегодняшний стоит, блин. Ну кто такой? О. Я шоумен. Кто? Шоумен. Я творю иллюзии. Слышали эти звуки? Это все. А теперь вы увидите то, что вы никогда не видели и не слышали. Ну что же, начинаем. Иллюзия, это слой земли. Еще Цезарь сказал, что народ нужно хлеб, и что его спрашивают? Водка! Зрелище со spreading the news. I'm leaving today. I want to be the part of it. New York, New York. Spreading the news. The longing to stray. And steps around the heart of it. New York, New York. I'm gonna wake up in the city. Is it just asleep? It's happening to you. Еще Шекспир сказал, что мир это... Это станция? Нет, весь мир под мостом. А как вас зовут? Харри. Харри Гудини? Ну, можно и так сказать. А? Да, вы все избранные. Ой, а что это такое? Это ноты, господин Харри. Я знаю ноты. Симфония к радости. Так точно. Превосходно. Алекс Сузамен! Ну что ж, оркестр «Титаник», начинаем. Один. Закрыли глаза. Два. Не думайте ни о чем. Три. Расслабились. Начало должно прозвучать, как мощный взрыв. Три. Четыре. Фройдер! Фройдер! Мир в экране.
Напел по-немецки. Дамы и господа, это была иллюзия. Да, это тоже уход от реальности, но, к сожалению, на очень короткий срок. Рано или поздно человек просыпается, но мы же постараемся постичь нечто большее. Мы уйдем от реальности навсегда. А когда поезд придет? Скоро. Ваш поезд уже подъезжает. Слышите стук колес? Слышите стук рельс? Поезд останавливается. Остановился. Двери открываются. Открылись. И мы входим. И мы входим. Добро пожаловать в поезд ваших мечтаний. Поезд тронулся. Поезд поехал. Смотрите, смотрите, мы едем. А куда бы вы хотели? Мы... Ну, мы просто хотели убраться оттуда. Мы хотели поменять станцию. Да. Ну так вот, вы уже не там. Вы хотели поезд. Вот вам поезд, которого вы хотели. Извините, господин Гарри, а... Где все пассажиры? Пассажиров нет. Потому что никто из вас не заказывал пассажиров. Вы заказывали поезд. Лука, сходи и спроси у машиниста, где пассажиры. Машиниста тоже нет. Как? Никто из вас не заказывал машиниста. Вы заказывали поезд. Нет, извините, но если есть поезд, то должен быть и машинист. Конечно, господин Харри, если поезд движется, то должен быть и машинист. Я знаю, кто ведет поезд. Кто? Медведица. Так, погодите.